Эта стратегия вроде работает, Игорь. Похоже, мы можем проникать в зону и выбираться оттуда, не привлекая внимания. Ну как успехи? Как продвигаются поиски твоей старушки? Все еще хочешь вернуться на электростанцию? Я должен туда вернуться. Я чувствую, что она там. Чувствуешь? Ох, удивляешь ты меня, профессор Хеменюк. Доверять предчувствиям важно. Но без железобетонных доказательств я не собираюсь рисковать жизнью, как в тот день, когда погиб Антон. Не беспокойся, Оливер. Я же не сумасшедший. Сначала соберу все данные, и только после этого мы придумаем новый план. Доказательства, улики, планы, сведения, ресурсы. Нам нужно все, что приблизит тебя к цели, Игорь. Ну ладно. Что у тебя? Обсудим через минуту. Но сперва я хочу, чтобы ты принял кое-что к сведению. Продолжай. У тебя появились новые обязанности. Ты нанял меня и арендовал этот склад. Так что теперь ты командующий на этой базе. А значит, несешь ответственность за снаряжение, которое здесь хранится. И что важнее, за все пайки. Пора начать мыслить стратегически. Ты возглавляешь военную операцию. Руководство базы и забота о личном составе на тебе. Голодать херово, знаю по себе. Если не обеспечишь личный состав пайками, никто не захочет воевать. Может, даже разбегутся. Кроме того, когда ресурсы ограничены, важно считаться с психологией групп. Выбирать себе любимчиков, награждать горе бойцов и игнорировать тех, кто честно терпит все тяготы военной жизни. Самый верный способ вызвать недовольство личного состава. Какой личный состав? Наши всего двое. Это пока. Если ты и правда хочешь пробраться на электростанцию, нам понадобятся еще люди. Тебе необходимы сильные и умелые бойцы. И каждому бойцу нужно где-то спать, что-то есть и чем-то стрелять. Знаю, ты хочешь выкинуть все это из головы и ринуться на поиски. Но прояви терпение. Тебе нужен план. Тебе нужно время. Не игнорируй потребности своих соратников. Займись складом. В противном случае ты ничего не добьешься. Ты прав. Мне нужно отнестись к делу серьезно. Именно так. И не забывай. Ты всегда можешь обратиться ко мне за советом. Я помогу. За это ты мне и платишь.
Рядно. Дело всей моей жизни. Пока что прототип, но она может воссоздать любое событие из прошлого, если ввести правильные данные. Хорошо, что я не дал британцам уничтожить ее. Она поможет мне найти Таню, как в мифе. Одиссея, нить Ариадны приведет меня к истине. Я надеюсь. Игорь, я ранен. Можешь дать мне аптечку? Спасибо. Мне уже лучше. Поменяемся, Оливер? Конечно. Как скажешь. Похоже, Игорь, мы допустили целую кучу ошибок. Может, стоит пересмотреть твой подход, ну, ко всему? Что случилось, Игорь? Слушай, может, поучишь меня своим военным хитростям? Хм, вряд ли. В том, что касается навыков выживания или стрельбы, никаких хитростей нет. Но я с радостью обучу тебя основам. Да и мне будет проще, если ты сможешь за себя постоять. Отлично. Тогда начнем. Иди за мной. Так, соберись, Игорь. Стреляй только по моей команде. Понял? У тебя 5 пуль и 5 целей. Стой ровно, но колени расслабь. Взгляд на мушке. Каждый патрон на счету. Готов? Огонь! Стой прямо. Ноги на ширине плеч. Слегка согни колени для устойчивости. Смотри на цель через мушку.
Разве от бедра стрелять не быстрее? Ну, если ты последние 20 лет служил шерифом на Диком Западе, то да. Но даже я так не стреляю. А у меня опыта намного больше, чем у тебя. Так что слушай меня и целься. Не спеши, сосредоточься. Лучше выстрелить позже и попасть, чем зря потратить боезапас. Так, насчет стрельбы. Идеально. Надо же, профессор. Мы из тебя еще вырастим, партизана. Что случилось, Игорь? Привет, Игорь. Рад, что ты быстро освоил новые приемы. Главное, не останавливаться на достигнутом. Thank you.
Да пойми ты, это не я приняла решение закрыть Ариадну. Я тебя не виню, Грейс, но я все равно считаю это ошибкой. Это нечто большее, чем Пандора. Это наш шанс выйти за пределы человеческих мыслей и воспоминаний. Выйти в реальный мир. Игорь, ну что я еще могу сказать? Комитет признал проект финансово нецелесообразным, слишком абсурдным. Глупцы, каждый предмет по своей природе дозиметр. Все впитывает радиоактивные частицы на протяжении своего существования, создавая эхо в пространстве и времени. Ариадна может воссоздать это эхо в виде фрактальной виртуальной симуляции. Что тут абсурдного? Слушай, я все понимаю, правда. Это дело всей твоей жизни, но ты сам подумай. Этот процесс требует невероятного количества энергии. На данном этапе это попросту нерационально. А как же ядерные наноалмазные батареи, в которых используется графит из переработанных радиоактивных отходов? Это тоже пока лишь проект, Игорь. И я не думаю, что этого будет достаточно. Чтобы Ариадна работала, нужен источник энергии, которого пока не существует. Возможно, на Земле его и вовсе не найти. Но... Мне очень жаль, Игорь. Все кончено. Тебе нужно смириться с этим и жить дальше. Жопу, комитет! Я никому не позволю уничтожить результаты моих трудов. Проснись, Игорь, проснись. Таня, это сон. Я жду тебя, любимый. Найди меня. Скорее, Игорь, у меня осталось мало времени. Я стараюсь, Таня, изо всех сил. Надо взглянуть на мою доску. Зацепка. Когда найду больше, загружу данные в Ариадну и узнаю, что на самом деле произошло с Таней. На заметку. Мне нужны еще подсказки. Занят. Рад, что тебе все нравится. Надеюсь, оставишь помещение в таком же безупречном состоянии, в котором получил. Тебе очень повезло. Ты в курсе? Ладно, к делу. Антон и Оливер с тобой. Антон, его убили. А? Жаль. Он был реально хорошим парнем. Возможно, даже слишком. Чувствую, это моя последняя сигарета его добила.
Не думаю. Чего тебе, Миша? Мне надо, чтобы ты мне тоже помог и удалил базы данных НАР. И пока ты не начал ныть... Да, я в курсе, что ты не по этим делам. Я тебе расскажу, как это вообще делается. Надо использовать любую возможность нагадить НАР. Ладно, я в деле. Вот это по-нашему! Отправляйся к зданию в комплексе Дуги. Я буду на связи!